Hello, everybody, Alex. Всем привет. Александр Майоров, школа английского. Продолжаем наши языковые зарядочки. Много-много-много раз об этом говорил, что правило number one изучения английского, ну и, наверное, любого другого языка, это регулярность, это стабильность. Это какие-то, может быть, даже микрозанятия, но эти занятия должны проходить регулярно. Вот это фокус микрозарядочек, здесь нет ничего сложного, мы повторяем фразы, хорошие, очень хорошие фразы за носителями. Крайне редко, но я делаю какие-то грамматические комментарии. Если вы хотите досконально изучать английский, приходите на курсы школы английского языка Пушкина. Будем рады вас видеть. И вы попадете в руки профессионалов. Ну а мы начинаем этот облегченный курс. Ломаем язык, ломаем ухо, повторяем за носителями. Две опции восприятия английского на слух, говорение, как правило, страдают. Повторяем. Where is the library? Where's the library? А где библиотека? The library is on the first floor near the gym. The library is on the first floor near the gym. Библиотека на первом этаже, рядом с качалкой, рядом с тренажерным залом. Where is the library? Where's the library? The library is on the first floor near the gym. The library is on the first floor near the gym. Успевайте повторять, работайте с паузой и говорите, говорите, говорите. How do I borrow books? How do I borrow books? А как мне брать книги в библиотеке? Show your library card to the librarian. Show your library card to the librarian. Покажи свою карточку библиотечную, library card, to the librarian, библиотекарю. Библиотекарю покажи карточку. How do I borrow books? How do I borrow books? Как мне брать книжки? Show your library card to the librarian. Show your library card to the librarian. То есть повторяйте в таком же ритме, с такой же интонацией. What is the dress code? What is the dress code? А как одеваться? Wear comfortable clothes and closed-toe shoes. Wear comfortable clothes and closed-toe shoes. Одевай комфортную одежду и одевай обувь, у которой пальцы на ногах должны быть закрыты. What is the dress code? What is the dress code? Wear comfortable clothes and closed-toe shoes. Wear comfortable clothes and closed-toe shoes. Toe – пальцы на ногах. Toe – 10 toes – 10 палец на ногах. У нас fingers – это пальцы на руках. В русском нет отличия. Называем пальцы и там, в английском toes – пальцы на ногах. How do I get to gym class? How do I get to gym class? А как мне в спортивный класс попасть? Follow the signs to the gymnasium. Follow the signs to the gymnasium. А подписывайся на занятия. How do I get to gym class? How do I get to gym class? Follow the signs to the gymnasium. Follow the signs to the gymnasiums. Смотри, пожалуйста, на указатели signs, знаки, которые ведут в гимнастический класс. When do I need to be quiet? When do I need to be quiet? А когда мне быть... Be quiet in the hallways and during lessons. Be quiet in the hallways and during lessons. А когда мне хранить тишину? Когда мне не разговаривать? When do I need to be quiet? Be quiet in the hallways. Веди себя тихо в коридорах and during lessons. И на уроках. When do I need to be quiet? When do I need to be quiet? Be quiet in the hallways and during lessons. Be quiet in the hallways and during lessons. How do I ride the bus? How do I ride the bus? А как мне передвигаться на автобусе?
How do I ride the bus? Как мне передвигаться на автобусе? Wait at the bus stop and show your bus pass. Wait at the bus stop and show your bus pass. Жди на автобусной остановке и показывай свой пропускной талон, свою карточку проезда. Bus pass. Bus какой-то документ, подтверждающий, что вы имеете проход. Bus, автобус. Bus pass. How do I ride the bus? How do I ride the bus? Wait at the bus stop and show your bus pass. Wait at the bus stop and show your bus pass. What if I miss the bus? What if I miss the bus? Что если я пропущу автобус? What if I miss the bus? Что если я опоздаю на автобус? Go to the school office for assistance. Go to the school office for assistance. Обращайся в школьный офис за помощью, если ты опоздала на школьный автобус. What if I miss the bus? What if I miss the bus? Go to the school office for assistance. Go to the school office for assistance. Assistance – помощь. Assistant – помощник, ассистент. Miss – пропускать. Опаздывать, miss the bus, miss the train, опоздать на автобус, опоздать на поезд. How do I join club's activities? How do I join club activities? А как мне входить на какие-то клубные мероприятия? Как мне присоединиться, join, присоединяться к клубным мероприятиям? Sign up during club fair or ask your teacher. Sign up during club fair or ask your teacher. Club fair будет ярмарка клубных каких-то вариаций. Fair – ярмарка, club fair. Там на club fair, на ярмарке, будут представлены различные activities, различные варианты клубов. Or ask your teacher, или спроси у учителя. How do I join club's activities? How do I join club activities? Sign up during club fair or ask your teacher. Sign up. Подпишись. Sign up during club fair or ask your teacher. Where do I eat lunch? Where do I eat lunch? А где мне ланчеваться? You can eat lunch in the cafeteria. You can eat lunch in the cafeteria. Можешь покушать в кафетерии. Where do I eat lunch? Where do I eat lunch? You can eat lunch in the cafeteria. You can eat lunch in the cafeteria. What is the homework policy? What is the homework policy? Какая система работает в проверке домашних заданий? Как работают домашние задания? Homework policy. Policy – политика. Как это все организуется? Homework is assigned daily and due next day. Homework is assigned daily and due next day. Домашняя работа, домашнее задание дается ежедневно, daily, is assigned, assignment, домашнее задание, homework is assigned, назначается daily, ежедневно, и должна быть выполнена на следующий день, due, должна быть выполнена next day. What is the homework policy? What is the homework policy? Homework is assigned daily and due next day. Homework is assigned daily and due next day. Well, that's it for today. Все. На сегодня все. Мы разминали язык, разминали ухо. Также мы разминаем другие мускулы, но это на физических зарядочках, на теннисе. И вы можете приходить в школу английского попрактиковаться. В игре в теннис, и мы проводим летний языковой лагерь. Но я прощаюсь с вами. All the best. Bye-bye, Alex.